Воздушные полеты под куполом, медвежий бокс, выступления суперклоунов и многое другое можно увидеть в Брянском цирке в ноябре. Наш город вновь посетит всемирно известный цирк Филатовых. Уже в эту субботу Брянский цирк порадует своих зрителей новым красочным представлением. Это уже не первая цирковая программа всемирно известного цирка Филатовых в областном центре. Труппа представит зрителям свою новую программу, генеральная репетиция которой уже состоялась. Мы вот к вам приехали всей семьей, мы соединились. Здесь работает и моя дочь, и мой зять, и мой сын. И причем получилось так, что у них жанры совершенно различные. Это и дрессура, и клоунада, и иллюзия. То есть зрителей будем удивлять всеми жанрами, которые большей частью находятся в цирке. Цирковые династии – явление нередкое, но цирк Филатовых уникален. Уже более полувека аттракцион «Медвежий цирк» не оставляет равнодушным даже самого искушенного зрителя. Синие наступают. Желтые трусы, не трусы. Удар, еще удар. Сколько воли проявляют наши ребята. Цирк Филатовых впервые представит воздушный групповой полет под куполом манежа. Зрители смогут оценить выступление лауреата Всемирного циркового фестиваля гимнаста Сергея Золотухина. Цирк Филатовых – это всегда животные. Таким разнообразием экзотики и хищников может похвастаться далеко не каждый коллектив. Пеликаны, верблюды, ламы, дикобразы, арктические собаки и, конечно, 14 медведей. Филатовские мишки не оставят равнодушными ни детей, ни взрослых. Многие трюки медвежьего аттракциона не удается повторить ни одному цирку мира. Филатовы сочетают в своих выступлениях современные направления развития циркового искусства, при этом оставаясь верными традициям классического цирка. Премьера легендарного цирка Филатовых пройдет уже в эти выходные. Надежда Макарова, Владислав Боеровский, Артемий Наумов, телеканал РЕН-ТВ Брянск.